Нет воды, понял? Я сказала сразу, будет командовать, получит в лоб. Перед тем, как игуаны и скорпионы станут одним племенем, женщины должны выбрать пятерых мужчин, которых они хотят видеть на новом острове, а мужчины пятерых женщин. Естественно, он потерян. Его такого хорошего, умного, красивого женщины не захотели. Кто из оставшихся уедет домой, решает очередное испытание. На острове Удавов им предстоит начать все заново. И надеюсь, что оправдается название остров Удавов. Мне очень хочется поймать какого-нибудь удава. Теперь только личный иммунитет, который приходится добывать в нелегкой борьбе, гарантирует неприкосновенность его обладателя на совете племени. Если бы я был вождем сегодня, то ушел бы Влад. Если племя не хочет выбирать жертву, оно может выбрать вождя. Последние итоги совета племени оказываются полной неожиданностью почти для всех. Как мне не печально, но я назову юную Катю. Так что нельзя судить так же, как вас враждебно встретили. Почти все. Столько уже видел в жизни. Никому ничего доказывать не хочется. Сегодня я встала как звероящер. Вот это постоянное жу-жу-жу, отвод друг друга в сторону, мне нужно с тобой поговорить. Мне это напомнило пионерский лагерь. Там, Катя плохая, вот из третьей палаты. Давайте все проголосуем против нее. Всегда. Где бежим? Что делать? Как быть? Как так получилось? Этот бежит в другую сторону. Что сказать? Что нужно ответить? Что нужно сказать сейчас? Что нужно делать? Куда пойти? С кем рядом стоять? Как улыбнуться? Как улыбнуться? С кем не стоять? Что он обо мне сейчас подумает? Люди испуганно смотрят, с кем лучше дружить. У людей истерика. Ну что, возвращаешься в костру, пойди в туалет. Знаешь, вот ты по себе знаешь. Приезжаешь в костру? Хорошо. Чего хорошо, она там ладно. Делала? Почему она пошла с этим, а не с этим? Может, наверное... Что-то они новое придумали? Да, задумали. И мне было очень обидно за Катю, потому что она стала невинной жертвой всего этого. Я теперь враг номер один у всех. Видишь, как бы из-за дружбы с тобой. Но меня это, честно говоря, мало трогает. По барабану. Мы знали о заговоре против Влада Сташевского, некоторых товарищей. То есть это был конкретный заговор. Вот. Поскольку я к нему очень хорошо отношусь, к Владу, и не я одна, мы думали, как его спасти. То есть, и вот в последний момент, буквально перед советом, то есть понимая, что голосов у нас не хватает, я предложила белое голосование. Мне непонятно только люди, которые сделали такие выводы, что если у меня с тобой хорошие отношения, так же, как у меня с Ликой были хорошие отношения, я была врагом там. Теперь совершенно непонятно мне это. Думали, что вождем будет Саша, но один единственный голос, и я знаю, чей это был голос, он это все исправил. Я просто знаю, что если бы вождем стал Саша, ушел бы Сережа Туголуков.
Поэтому я написала Николаю Николаевичу. Хотя даже после этого ушла моя подруга. Да, скрывать нечего, то есть собирались себе убрать ту головку. Николай Николаевич тоже несчастный в это попавший, его со всех сторон рвут. Ему этого тоже так не хочется. Ага, он тоже уже ушел один. Венителя джиле, баркетта мия, Санта Лучия, Санта Лучия. А Николай Николаевич очень не хотел быть вождем на совете. Мы сидели рядом, он сказал, пожалуйста, не пишите меня. То есть он говорит, все что угодно, только не меня. Некоторые из них хотели пойти по пути, так сказать, устранения сильного соперника. Но вот этого я никогда не допущу. И даже намеки малейшие я отвергал, потому что для меня, так сказать, главное честное соревнование. Как они его вчера не убили? Как человек взрослый, человек опытный, человек умный, Николай Николаевич просто принял именно вот такое решение. И он поступил мудро, и он поступил, я считаю, правильно. А мне кажется, в этом такой же скачек клёвый, да, что вот все планы провалились. Не у кого-то провалился, роль, да. А у всех провалилось. У всех. В этом такой есть экстрим, да? В этом такой был кайф. Конечно, жалко безумно Катьку, потому что я сама невинная не жертва. Да. Невинная просто жертва. Не, да. Просто, знаешь, выпал жребий. Выпал жребий, да. Конечно. Все так просто. Есть. Порубим бамбук, слава богу, растет бамбук. И сейчас не хотим перемудрить жилищем. Заправляет строительством Саня. Так спокойно, не напряжно, без излишеств и без наполеоновских планов. У тебя в голове уже все созрело, да? Да нет, ну сказали, решили односкатку, начинаю перестраиваться. Я-то у меня другая схема была, так больно. А. Просто смысл, если все равно односкатку, ее переделать здесь, если можно здесь же все добавить и пол поднять. Вначале попытался, как бы, да, что-то по постройке, но смотрю, там у людей свое мнение. Я уже и так слишком много говорю и высказываю. Больше всего баллов отрицательных набрал. Хотя вроде все довольны были предыдущими домами, да. А хотят просто навес, там что-то попроще сделать. Но хотя я считаю, тем, кому до конца оставаться еще 10-11 дней, это достаточно большой срок. Ну, будет у меня время, я как бы параллельно начну все равно строить еще более-менее нормальный домик, который потом, кто захочет, переберется. Ну, а может и не буду, не знаю. Посмотрим по настроению. А сегодня мы накроем половину, завтра мы накроем еще половину. А послезавтра, может, народу не останется, этой половины вполне будет достаточно. Вот как надо действовать. Почти месяц вне цивилизации. Не забыли, что в мире существуют деньги? Мы помним об этом. Я думаю, что все об этом помнят каждый день. Они вам сегодня очень пригодятся. На дне моря рассыпано более 1000 монет. Ваша задача их собрать. Времени у вас пока не закончится песок вот в этих часах. Thank you.
Ваше время истекло. Возвращайтесь на берег. Ну, посчитаемся. Ну, Сергей, сколько у вас? 463. 463 монеты. Виталий, у вас? 97. 97. 13. Счастливое число. Влад, у вас? 48. У меня всего 17 штучек. Все, ну, больше. Тоже 17. Молодец. 34. Два раза больше. О, 105. По местным меркам целое состояние. На что бы потратили? На еду. На еду. Все на еду? Ой, и на выпивку. И на 100 грамм. И на сигарет. Давайте проведем маленький аукцион. Итак, лот номер один. Об этом вы вчера мечтали на совете. 5 монет, первый лот. Это печенье. 5 монет, раз. 5 монет, два. 6! 6 монет, раз. 8. Виталий, 8 монет, раз. Виталий, 8 монет, два. 8, три. Забирайте. Виталий, не зря я сегодня стою на пляже спала. Он молодец. И он так думает, как и ты. Лот номер два. 5 монет. 7! 7 монет, раз. 7 монет, два. 7 монет, 8 монет. 8 монет, раз. 8 монет, два. 8 монет, три. Продано. Нужна она, конечно, как рыбки зонтик, но... А? Серега, погоди, кидай. У меня есть подушка. Следующий лот. Письма из дома. 40 монет. 45. 45, Александр, раз. 45, Александр, два. 60. 60, раз. 62. 62, Александр, раз. 65. 65, Жанна, раз. 65, Жанна, 67. 2. 75. 75, Жанна, раз. 75, Жанна, 2. 75, Жанна, 3. Продано. Я не могу тягаться. Николай Николаевич, вы хотели посетить какие-то дикие места местной природы, да? Вот этот вот лот означает посещение национального парка. А 13 не хватит? 50. Я могу дать Николаю. Так, держи. Мы добавим. Дайте вам 37. Ну ладно, я тоже. Так, Николай Николаевич, 50 раз. 52, 53 продано. О, спасибо. Боже мой. Посещение национального. Ну, дорогие. Поздравляю. Давайте сыграем вслепую, господа. Черный ящик. 5 монет. Раз. Не тратьте на пустоту. 8. Поверьте, не шутки здесь. 35. 35. Александр, раз. 38. Хорошо. 38, раз. 39. 39 монет. 40 монет, раз. 40 монет, два. 40 монет, три. Продано. Икра! Да ладно! Мясо с икрой будет, бутерброд. Следующий лот. Удобный, замечательный гамак. 20. Начальное. 25. 25. 25, Виталий, раз. 25, Виталий, два. 25, Виталий, три. Продано. Молодец, молодец. Следующий лот. Джин? Сколько дадите? 6! Наконец-то, Катя! Ну, наконец-то! 6! 6 раз! Ну, да попробуйте перебить кто-нибудь сейчас меня. Катя, 6, 2! 6, 3, помню. Николай Николаевич, вы мечтали о домашнем животном на острове? Николай Николаевич хотел живого удава. Сколько стоит? 300. Можно посмотреть? Давайте посчитаем и купим Николаю Николаевичу удава. 300, раз, 300, два. 303. Николай Николаевич, забирайте, продано. Какой размер? Сейчас вот. Опа! Да-да-да-да-да-да-да-да. Вы как? Это свежий, свежепойман. Не ручной, ребят. Аукцион закончен, господа. Ура! Это же тотем нашего племени, ребят. Боа-констриктор по латыни называется. Удав-удушитель. Говядина сегодня, черная икра, огурцы маринованные с ромом.
овощи. И хлеб и дерево. Не, я пить не буду вообще. Ну, конечно. Или уж пить, или не пить. Мы уже сколько, уже 4 человека не пьем уже. А там 250? Да. Нет, это больше, чем два рыла, уже не имеет смысла. Да, конечно. Вот такой рагу получил. Я пью за вас. Ура! Ура! За наше дружное племя. Да, удавов. Ура! Удавов. Во главе с тотемным удавом. Название. Иначе он сейчас уже поймет, что это я его держу за хвост. И вот посмотрите, как он похож на вот эту расцветку этой листвы, правда? Угу. Ну-ка, может быть, и попьешь, да? Вот это его типичное место обитания. Ну так, вот, может быть, еще перенесем его вот на ту листву, где он будет смотреться особенно естественно, или там темновато. Ему не больно, нет, у них очень прочный. А? Нет, нет, я вот здесь, вот, где бурые листва и пестрые. Да, 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 да. Вот посмотрите, насколько здесь он будет совершенно сливаться с окружающей обстановкой. Так, 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 так. Вот я ее отпустил. Вот, смотрите, правда же? Вот сейчас его есть, мы не знаем, что он здесь лежит, просто его не видно. Здравствуйте, Николай Николаевич. Ну, собирайтесь. Лот выигран. С вещами. С вещами. С вещами. Николай Николаевич его схватил за кончик хвоста, а удав начал на всех кидаться. Я подумала, слава богу, что тебя здесь нет. Слава богу. Такая пестрая лента там была. Вы тут удава не обижайте без меня, ладно? Я за ним пригляжу. А, пожалуйста, смотрите, то главное, чтобы он не убежал. Он бросался, что ли? Да он вообще зверел. Удав на всех. Клянусь так. Так. Девочки. Спасибо. Николай Николаевич, мы желаем вам удачной экскурсии. Спасибо вам за... И нам как можно больше впечатлений и рассказов. Спасибо за предоставленную возможность. Хорошо. Давай, счастливого давай, вам давай, пути. Николай Николаевич увезли в национальный парк. И я надеюсь, он получит безумное удовольствие. Единственное, от чего я расстроена, что он не забрал с собой удава. Потому что Николай Николаевич его выпустил, а он... бросился на всех. И он единственный в последний момент успел его схватить за хвост, а он так на всех бросался. И все сказали, слава богу, Семенова лежит в домике, потому что я бы его, наверное, измочетила. Виталий! Саня, где? Иди быстрее! О, ядовитый, два зуба он вижу. Такие, как положено. Идите сюда, я еду поймал! Убил? Да.
Точно она? О, класс! Все, и в бульон. И в бульон. Да, у нас тут была шуточка такая, не очень удачная, по поводу удава, которого мы закупили, да, Николай Николаевич. Саша поймал змею где-то в лесу, то есть ее убили, решили съесть, соответственно, поскольку есть нечего. И решили сказать, что сварили этого несчастного Кешу, потому что удава зовут Кеша. Какое роскошное место! Ой, вот какие скалы! Вот здесь можно ночевать, и ни один, так сказать, художник не достанет. И рядом птицы, рядом. Тут даже и бинокль не нужен, просто можно погладить каждого птенца, Саша. Николай Николаевич, остров птиц к вашим услугам. Ой, спасибо, Александр. Если захотите вокруг оплыть остров, вот вам каноэ. Ой, ну прекрасно, я владею. Спасибо. Я с вами прощаюсь. Ну, так не забывайте меня насовсем. Нет, нет, нет. Я за вами приеду. Спасибо, спасибо. А я пока понаслаждаюсь процессом, как вы сказали. Давно мы дома не были. Ой, так. Хорошее начало. Это здесь трава очень скользкая. Хорошо. Так. Вот. Все время надо преодолевать какие-то трудности, тем более на необитаемом острове, в национальном парке. Горит свечи огарочек, гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, а нашей фронтовой. Вот это да! Вон где гнездо фаэтона. Насколько он более скрытен, чем олуши. И пока самка сидит на гнезде, самец белоснежный летает поверху, а она здесь насиживает единственное яйцо. Обычно всего одно яйцо у фаэтона. Красавица! Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой, не тратя время попусту, поговорим с тобой. Не тратя время попусту, по-дружески да попросту, поговорим с тобой. Так, берем бинокль сюда. И подтягиваемся. Так, так. Вот они гнезда. Вот они гнезда олуша. Вы смотрите, карибская олуша. У нее еще даже кладка яиц. Как это интересно. Значит, есть и птенцы, что значит разновременные кладки. Гнездовой период растянут. Ну-ка, как она будет реагировать на приближение? Да, да, да. Вот это олуша. Дальний родич наших бакланов и пеликанов. Постоянно куда-то все уходят. И вот это вот, вот эти вот склоненные там 3-4 фигуры, они решают, я не знаю, какие-то глобальные проблемы такие. Ну, я клянусь, мне это напоминает детский сад. Советы советами, но он очень как-то хитро умеет подъезжать к Николаю Николаевичу. Николай Николаевич белый. Николай Николаевич прям такие, знаешь, глаза такие блестящие, радостные. Я бы тоже, он вообще, то есть, счастлив так. Я бы тоже счастлив. Угу. Не, ну для него это более, чем для нас. Сережа вчера настаивал, чтобы вычеркнули меня. Я об этом знаю абсолютно точно. Когда было вот это белое голосование, да, и он-то надеялся, что Николай Николаевич будет, и слезно умолял, чтобы Николай Николаевич назвал мое имя. Потому что он считает, как он сказал тут ребятам, это, говорит, не женщина, это, говорит, мужик в юбке и все такое прочее. Женщина – это сложное существо, тем более я считаю, что она слабое существо, а слабым надо прощать. Видишь, он тебе говорит, подай всех чужих сливать, а кого чужих, которые, кого чужих, в первую очередь.
что он вроде как уверен в своих физических силах, да, но абсолютно не уверен в своей как бы второй стороне. Ну. Поэтому он начинает по лагерю здесь ходить, там всех уговаривает, там за этого проголосуйте, за этого проголосуйте. Так же, как он мне тогда. Ян, давай пошли голосовать против Макса, говори со всеми, чтобы все голосовали против Макса. Говорю, я лично вот сама не буду голосовать против Макса, Подвое, потрое, в разных комбинациях, куда ты отходишь, что-то советуешься, что-то принимают решение. Ну, боже мой, ну, было так хорошо, все так жили спокойно. Зачем все это? Работать в другом. Это другая работа. Жизнь. И у меня другая работа. При чем здесь это? Честно, ты же сам всегда говорил о тех правилах. Значит, в этих правилах надо пытаться как можно больше и существовать. А, естественно, останется один. И не потому, что он лучше или лучше работал. Потому что так получилось. Я так считаю, понимаешь? А... Каждый правильно. Каждый должен считать как-то. Да. Своя голова на плечах. Понимаешь, абсолютно. Просто оставаться еще, я считаю, человеком. Вот это правильно. Вот это правильно. Вот об этом и думаю. Только об этом. Мы разговаривали с Сережей. И я к нему очень трогательно отношусь на самом деле. Просто у него такой склад характера, всегда побеждаясь. Я ему сказала, что иногда красиво проиграть даже лучше, чем победить. Он пока со мной не согласен, но я думаю, что он к этому придет, потому что иногда бывает такое поражение, которое лучше любой победы. Да, девушки, я к вам. Да, девочки, к вам иду. О, голубка моя, как тебя я люблю, как ловлю я за рокотом моря дальнюю песнь твою. Вот и птенчик, она его прикрывает своим телом от жары. В наших широтах птицы насиживают кладки, чтобы их согревать, а здесь чаще всего надо сидеть на кладке, чтобы кладка не сварилась под лучами полуденного солнца. Да и птенец, если вот надолго его оставить, может просто получить солнечный удар. Ну, я думаю, ты мне покажешь его на минуточку, ладно? Да, да, да. Вы, ты сердишь, я понимаю, я понимаю. Ну, давай поговорим немножко. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 вот так вот. Вот так вот, да, да. Молодец, защищаешь, защищаешь. Видишь, а сходить в гнезда не хочешь, не хочешь сходить в гнезда. Да что ты говоришь? Ну, в общем, да, я понял. Вот так вот, ты молодец. Вот защитница-то, вот защитница. Вот так, видишь, и палец ободрала мне. Итак, приз в сегодняшнем испытании и личный иммунитет. Будьте любезны, верните мне его. Первый этап – это стрельба из рогаток. Перед вами 70 тарелок. По 5 человек вы выходите на линию огня и стараетесь попасть в свою тарелку. Если вы разбиваете свою тарелку, вы получаете фишку. Ваша задача – получить как можно больше фишек. 5 человек, остаются 5 человек сюда. Я пойду, пожалуй. Не, ну первые 5, оставайтесь. Ну что, готовы? Да. Огонь! Огонь! Целимся! Огонь! Огонь! О, я разбила себя! Ну, я красавица. Целимся. Огонь! Я Сергея разбила. Так, все. Они косые эти, дорогие. Рогатки отличные, девочки и мальчики. Готовы?
Огонь! Николай Николаевич, не добили. Ну, чуть-чуть. Целимся. Огонь. О! Это я попал в самую середину. Целимся. Пли! Целимся. Огонь! Блин. О, Катюха! Добил меня. Меняемся. Ай-яй-яй. Готовы. Сосредоточьтесь. Огонь! Целимся! Огонь! Первый раз у тебя! Целимся! Огонь! На прицел взяли. Огонь! Огонь! Опа! Есть! Я, Влад, тебя разбила! Так, целимся! Огонь! Опа! Готовимся! Целимся! Катя! Я целюсь! Огонь! Опа! Я попала в Яну! Не расслабляемся! Целимся! Я как-то не могу собраться. Как-то очень здорово. Огонь! Меняемся! А нет, потому что мы яркое имя такое. Готовы! Целимся! Огонь! Оу! Ёкарный бабай! Целимся! Огонь! Эй! О, я попал в свою фишку, но это не тарелка. Целимся. Аня. Да. Огонь! А! Влад. Влад, тебе повезло. Спасибо. Ну что, готовы? Я правильно лицо сделал, смотрите. Огонь! Готовы? Огонь! Ома сбил последнюю, красиво. Ой, молодец. Вау! Ну, давайте посчитаем, у кого сколько фишек. Сергей. Четыре. Четыре. I have five slices. Yes, of course. Аня. Четыре. Четыре. Все. Все, Влад. Две. Три. Соломенто трес. Две. Три. Николай Николаевич. Жан. Одна. Четыре. Четыре. Катя. Четыре. Александр. Три. Четыре. Виталий. Три. Ну что, переходим к следующему этапу. На этом столе карта той точки земного шара, где мы с вами находимся. Значит, ваша задача. Каждый выходит на край стола и должен метнуть свою фишку в место, обозначенное крестом. Победит тот, чья фишка окажется ближе всего к этому месту. Руки с поля. Ну. Александр. О! Я прям сразу. У меня один выстрел. Ну, я надеюсь, он будет точный. Опа! Опа! Молодец. Пойдем, мой гуру. Аня. Умница! Умница, слушай. Извини. Так. Так нечестно. Сергей вытеснил Анну с креста. Как всех убил. Так. Вот так. Отлично. Вот так. Просто. Мы хотели сломать борт, Максим. О-о. О, ты как он, колесиком, колесиком. Это вы
вышка, это вышка. Я думаю, стоит прекратить игру. У меня нет еще. Аня. Анечка, может, ты нас удивишь? Да. А чё, она катится и катится нормально. Вот так вот. Катя. Не скажи. Давай, Катерина. Отлично, Макс, пристрелялся. У кого остались? Влад. Сегодня личный иммунитет. Я вас поздравляю. На совете против Влада сегодня голосовать нельзя. Влад, герой! Да. Влад, ты лучший сегодня. До встречи на совете. Максим, скажите, пожалуйста, вы положили какой-то непонятный булыжник. Это что значит? Знак протеста? Или это черный камень ваш? Черный камень. Это черный камень. Просто я забыл взять черный и белый камень. Но я положил какой-то маломальский каменный предмет на чашу с черными вот этими. Понятно. Николай Николаевич, как удав. Удав прекрасно себя чувствует, конечно, вот его спасло наличие маленькой змеи, которую сегодня вечером съели, но завтра вообще ему угрожает, конечно. Скажите, а задавали себе вопрос, вот что будет после того, как игра закончится? Виталий. Задачи я перед собой поставил очень серьезные. Прежде всего, это касается личной жизни. Александр. Работа меня моя ждет уже. Катя. Я, конечно, первым делом безумно хочу видеть своих детей. И первое, что я, наверное, сделаю, это я пойду с ними в пиццу. В момент пиццы они вообще забудут, что я куда-то уезжала. И я таким образом искуплю свою вину. Николай Николаевич. Ну, первое, что я сделаю, ворвавшись в дом, поцелую жену, потом дочку и брошусь на весы, чтобы уточнить, правда ли 10 килограмм уже ушло. И обещаю торжественно племени, ну, никогда больше в жизни их не набирать снова. Вот. Очень ощутимый выигрыш. Мысли приходили, как будете тратить эти деньги? Виталий. Выигрыш на знаменательное событие, которое все-таки, я думаю, в этом году мне удастся устроить. Какое событие, если не секрет? Без второго участника об этом событии объявлять не очень хорошо. Александр, а вы? Часть денег уйдет на восстановление церкви в деревне Матвейково. Часть денег я потрачу на обучение своих дочерей. Янна. Часть денег будет потрачена также на Ингу, на обучение, а часть денег пойдет на приют для бездомных животных. Жанна. Если вдруг это случится, то, наверное, все деньги пойдут на сольную карьеру. Николай Николаевич. То, что я участвую в этом проекте, и что я дожил до того момента, когда уже впереди этот финишный рывок, это мой главный выигрыш. Ну, в общем, сегодня у вас останется 9. Против Влада Сташевского голосовать нельзя, у него личный иммунитет. Жанна, начинайте. Хочется более спокойного существования на острове. Максим, пожалуйста.
Сергей Туголуков. Комментировать сегодня я это не буду, потому что сказано очень много. Николай Николаевич. Наступает финальный этап, когда действительно на финишную прямую выйдут настоящие бойцы. И здесь есть один из нескольких человек, кстати, включая меня, которые, наверное, должны уступить финишную прямую этой группе бойцов. Ну, а поскольку за себя я не могу голосовать, то я проголосую за Анечку, которую я очень люблю, и я знаю, что ее там ждет подруга Катя на берегу. Аня Жданникова, прошу. Я написала Яну, просто у нее очень сильно болит нога, пора заканчивать с этим геройством. Ей нужна более квалифицированная помощь, чем она может получить на острове. Сергей. Яна очень травмированы ноги, ей очень тяжело на конкурсах. Думаю, чем ближе к финалу, тем соперники должны быть более сильные, и она не может быть сильным противником. Пожалуйста. Повторяться не буду. Александр, прошу вас. Сергей, ты хороший спортсмен, но это не чемпионат мира, это всего лишь игра. Извини. Катя, прошу. Яна, пожалуйста. Не надо командовать здесь женщинами. Женщины сами тобой скомандуют. Этот человек просто противен мне до тошноты. Просто противен. Виталий, пожалуйста. Только один человек сумел вызвать во мне негативные эмоции. Это Яна. Яна. Сергей.
Яна. Сергей. Яна. Сергей. Яна. Достойный проигрыш лучше, чем выигрыш любой ценой. Правда. Сергей, это вы. Возьмите ваш факел, подойдите, пожалуйста, ко мне. Маму 4 на 4? Нет. Посмотрите, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять. А, да, виноват. Вы хотите попрощаться с Климом? Конечно. Тем, кто сегодня меня выбрал, огромное спасибо за уважение. Остальным, то есть огромной удачи и оставаться собой. Я гашу ваш факел. Вас осталось 9. Держитесь. Спокойной ночи. Не забудьте ваш факел. Я считаю себя достойным все-таки быть и в финале, и победе. И так рано уйти, как бы, конечно, обидно. Это маленький поединок, который, может быть, да, я проиграл. Хотя, в принципе, тоже я не считаю, что его проиграл. А меня боялись, а боялись — это значит уважали. Далее в «Последнем герое». Съеденный торт обойдется им дороже любого другого желания. Такого в этой игре еще не было. Новые драмы. Новые открытия. Новые испытания. Самое трудное еще впереди. Смотрите следующую серию.